Ну что, нравлюсь я вам, друзья? Я сегодня симпатичен до невозможности. На мне сразу два микрофончика. Один штатный микрофон от радиосистемы Beyerdynamic TG534. Второй микрофон от Octave OWS U1200D. Смотрим на передатчики. Передатчик Beyerdynamic переключен в 0 дБ чувствительность. Вот он. Передатчик октавы. Гейн, чувствительность микрофона 1. А теперь смотрим вот сюда и делаем вывод, как обращается радиосистема на минимальной чувствительности с микрофоном. Это чувствительность Beyerdynamic. А вот это... То, что приходит в октаву. И теперь посмотрим, как они реагируют, когда поешь. Собственно, пою я громко, сознательно громко пою, поскольку и тестировалось на громких голосах. И именно перегруз микрофона по входу на бельтпаке Beyerdynamic мешает ему нормально работать. Садники другие в поход собирайся, хор трубачей отозвался. Видите? Beyerdynamic постоянно в клипе, а октава отлично отрабатывает с хорошим запасом по динамике. Вот так.